предположила, что котика сбила машина. То есть прислала нам видео, где котик пытается лапкой нащупать место, куда наступить. Но мы уже знакомы с такой проблемой. И, соответственно, в принципе, сразу поняли, что, скорее всего, это генетическое. Колоссальная опасность, и он просто даже не может ни на дерево залезть, ни убежать. То есть все функции, которые обычно делают кошки, да, при опасности, он, к сожалению, не сможет то сделать. Это от неправильного скрещивания двух кошек веслоухих, скорее всего. То есть вместе двух веслоухих скрещивать нельзя. Получается именно то, что вот мы сейчас на данный момент имеем. У них неправильно идет развитие хряща. Соответственно, вот эти все наросты на лапках, это все не мягкая, то есть никакой амортизации она не имеет. То есть это условно кость, которая с помощью мутации разрастается, и как бы болевые ощущения коту приносит, и ходить он не может, и в принципе как бы очень тяжело ему с таким жить. Пристраиваться будет единственным котиком в семью.